Друзья, всем привет! Сегодня я приехал на выставку раритетных машин. Надеюсь, вам понравится моя экскурсия. Ну что, пойдемте. Так, друзья, пойдемте. Она не открывается. Вот, открылась. Здрасте. Ба, друзья, какая красота! Так, итак, первые машинки у нас. Первые машинки ГАЗ-А. Полуторка называется. Даже вот. Вау, какая красивая. Полуторка ГАЗ. Офигеть. Сколько же ей лет? Сейчас посмотрим, сколько ей лет. Год выпуска 1932-1949. Друзья, так, а это у нас машина. Ford модель А76А, год выпуска 1927-1931. Такая вот автомобиль начала 20 века и мотоцикл Москва. Вот мотоцикл. Видите, какая красота. На этом автомобиле даже не указано точно год выпуска. 20 век, просто все. Так, идем дальше. Здесь у нас вот такая вот красота. Автомобиль Baker Electric. Электромобиль, друзья. Так, год выпуска, друзья, 1902. Так, пойдем дальше. Так, это у нас машина называется Benz 820 Sport. Такая вот красота. Спортивная машинка. Так, год у нас выпуск 1912 и 1921. Так, пойдем дальше. Вау! Смотрите, шикарная машина. Так, это у нас авион Voisin S11, год выпуска 1927. Какие фары, смотри. Офигеть. Так, идем дальше. Это у нас Хаммобил. Хаммобил какой-то. Так, год выпуска 1930-е, значит, 30-е годы.
Жалко, конечно, что нельзя обходить машины полностью. Заставлено очень плотно. Так, пойдем дальше. Так, это у нас машина Packard серия 120. Это вот этот мужчина к этой машине, так понимаю, относится. Лакшери машина, просто лакшери, сразу видно лакшери машина. Офигительная машина. Так, дальше мы идем. Так, машина Packard, модель 180. Год выпуска 1941. Это у нас вот эта машинка. Вау! Какая красивая! Какая красивая! Офигеть! Просто шикардосная машина, просто шикардосная. Офигеть! Так, идем дальше. Это у нас машина Cadillac F12 1931-1933 30-е годы. Тоже очень красивая машина. Очень много фар, очень много. Люблю Кадиллак вообще. Так, идем дальше. Идем дальше. Видим мы машину Кадиллак 370D. Флит Фу 370D 1935. Какая она большая, какая же она длинная. Офигеть. Офигеть. Просто блестят, прям все машины блестят. Как будто только-только вот вышли из завода. Так, следующая машина у нас Cadillac 60-я серия. Год выпуска 1940-е. Это уж 40-е год пошли. Офигеть. Красота просто. Ставьте лайки, друзья, этим машинам. Офигеть. Чемоданчики такие прикольные поставили с тех времен. Так, это у нас машина следующая. Так, Cadillac. Cadillac. 75-й флит фут, 1941. Белый салон, наверное, еще и кожаный. Обалдеть. Прям хочется сесть туда, запрыгнуть. Так, а здесь машинка у нас, это Cadillac, какой именно, я не знаю, тут нет информации, просто Cadillac, друзья. Так, следующая машина тоже Cadillac. Вау, какая красивая, смотрите. Офигеть. Кабриолет.
Это у нас Hudson 8, 1936 год. Офигеть. Следующая машина у нас идет Panhard Dynamic, 1936-1940 годы. Такой красивый цвет, такой нежный, какой-то бежевый, ближе к кофейному такой. Очень красивая машинка, очень красивая. И опять чемоданы, зонтики. Так, следующая машинка у нас идет Ford Deluxe 1940. Deluxe. Так, следующая машинка у нас идет Ford V8 1935. Тут у нас манекен стоит. Мужчина. Это полицейская форма, что ли, не пойму. Так, следующая машинка у нас идет Бьюик 40-я серия 1935. Это вот это вот чёрный там. Так, это тоже самое получается. Бьюик тоже. Какая красота, посмотрите, друзья, сколько здесь машин. Это все машины стоят. Так, мы идем дальше. Вау, офигеть, какие маленькие машинки. Офигеть, а как в них можно вообще ездить? Как можно такие... такую, допустим, машинку сесть. Офигеть. Это же невозможно. А где мотор вообще? Охренеть. Кто знает, где мотор, пишите в комментарии. Офигеть, какая она маленькая. Так, сейчас пойду смотреть, что за машина. Должен где-то написать. Так, это вообще спортивно. Формула 1, наверное. 100%. Так, ну и вот. Так, это значит, у нас идет Тюндал Янус Германия 1957-1958. Это рыженька. И Солнцемобиль Минисол 1991. Офигеть. Офигительная просто, красиво очень. Тут такая сцена, тут наверное, какие-то представления у них идут, так понимаю. Так, продолжаем смотреть машинки. Это у нас Citroen 1954. Такой вот Citroen. Черный. Следующая машинка тоже черная. Mercedes-Benz 230 DW 143, 1937-1941. Mercedes-Benz. Да, не шуры-муры вам. Это Mercedes-Benz.
Так, следующая машинка у нас Mercedes-Benz 290, 1937 год. Очень красиво тоже. Сказали, ничего трогать нельзя. Только смотреть со стороны. И все. Хорошо, хоть видеосъемка разрешена. Так, это у нас Mercedes-Benz 320, 1937-1942 года. Такие они длинные раньше все были. Такие длинные. Так, это у нас Ford A. Ford A с 1927 по 1931 года. Седан написано. Офигительный седан, конечно. Высокая машинка-то была, высокая. Так, это у нас машинка. Автомобили Ford. Ford. Сказано Ford. Все. Какого года? Что, не знаю. Просто Ford, Форды пошли, я так понимаю. Прокат написано. Может, на свадьбу, может, дают? Или так называется машинопрокат? Не знаю. Так, это у нас еще кабриолет. Вау, какой там салон красивый, друзья. Смотрите-ка. Офигеть. Смотрите. Вот туда присаживайтесь и едете. О, кайфово как. Офигеть. Так, офигеть. А, кстати, вот есть информация. Ford Mobile T1926. Это вот этот вот Ford. Следующая машинка Studebaker IMF 1912. Это вот это вот. Надеюсь, название читаю я правильно. Если как-то не так читаю, вы уж простите. Такая красненькая, бордовенькая. Вау, это вообще карета. С мотором, если так можно сказать. Просто обалдеть. Так, это у нас кто? Испано Сьюза. 1908. Так, следующая машинка у нас. Делане Бельвиль. 1909. Золотая прям, коричневая такая, золотая. Приходите, посмотрите сами вживую на эти машинки. Думаю, вам очень понравится. Вау, а это такая скелетона. Скелехильда просто. Синенькая. Это Кадиллак. Модель М, моторная лодка. Моторная лодка, что? 1906. Офигеть, моторная лодка. Вот это моторная лодка, я понимаю. Так, это у нас красненькая уже машинка пошла. Это у нас называется De Dion Button, модель Z. Вот целый ряд. Так, а мы идем дальше. Друзья, продолжаем смотреть машинки. Это у нас машинка. Так,
Татра 57S, год выпуска 1934. Очень красивенькая такая, светлая. Дамская машинка, наверное, была, 100%. Красота. Так, вау, какая маленькая, она еще меньше, чем те, которые вы видели. Боже, на кого похожа? Друзья, на кого она похожа? Пишем комментарии и ставим ей лайки. Так, сейчас мы будем читать информацию по ней. Офигеть. Так, это у нас машинка. А, так, трицикл Мессершмитт 200. Год выпуска 1955-1964. Двухместный. Так, и сразу скажу про вот эту машинку. Это у нас BMW Isetta. Мотоколяска 300. 1955-1957. Слушайте, какая же она маленькая. Офигеть. Какая же она маленькая. Как на ней вообще можно ездить? Было. Офигеть. Просто нет слов. Так, дальше пошли. Так, друзья, это уже грузовая. Это ГАЗ АА. Такая большая грузовая машинка. Так, это у нас уже легковая пошла. ДКВ 1940-1942. Седа. Такая красотень. Машинка, это у нас автомобиль компании Хорсен, год выпуска 1935. Хорк, компания Хорк. Это куда же, не знаю, компания. Тоже большая машинка. Наша экскурсия подошла к концу. К сожалению, я не смог заснять всю выставку, просто потому что она очень большая. Надеюсь, вам понравилась моя экскурсия.
ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Ну что, увидимся в следующем видео. Всем пока!